По инициативе студенческого самоуправления была написана песня о нашем университете. Песня о тех, кто здесь учится, работает, живет, творит. Город Гродно, город-музей. Смотри скорее на карту, ищи своих друзей. Долбатора, Захарова, Горького, БЛК. А вот и главный корпус, АЖ-шка 22. В стране наш вуз имеет большой авторитет. Гродненский государственный университет. В нашей альма-матер 15 факультетов и тысячи способных активных студентов. ЛМАИ, hey! ФФК, hey! Вайнфак, hey! Педфак, hey! ФЭУ, hey! ФБЭ, hey! Юрфак, hey! Психфак, hey! ИСФ, hey! ФИТМ, hey! ФТФ, hey! ФИЛФАК, hey! ФТС, hey! ФИБ, hey! ФИС, hey! ГРГУ, hey! ГРГУ лучше в мире вуз. ГРГУ я тобою горжусь. ГРГУ без сомнения новое поколение. ГРГУ без сомнения новое поколение. Хорошая песня, правда? После этого вроде бы как и говорить не сильно много надо. Дорогие друзья, 71 год назад, вот именно в этот день, решение номер 209, заметьте, как наша аудитория 209, 22 февраля было решение правительства о создании учительского института в Гродно. За 71 год пройден вот такой путь. Сегодня у нас 27 тысяч универсантов, 16 факультетов, 64 специальности и так далее и тому подобное. Желаю вам неиссякаемой энергии, вот быть такими веселыми, единодушными, энергичными, оптимистичными, как в этот момент, всегда, при решении всех дел, и пусть добрых дел у нас будет все больше и больше.